Легкая челка – модные варианты для девушек разного типажа. Разновидности модели легкая челка, как и большинство других моделей этого элемента, бывает длинной, короткой, фигурной. Вариант чаще делают равномерно увеличенной протяженности или с удлиненным и боковыми прядями. Короткие чулочки не пользуются популярностью. Прореженные пряди небольшой длины придают стрижке незавершенный вид. Легкая челка также может выполняться прямой или косой. Последний вариант встречается чаще. Скошенный формат прядей удобнее. Модель легче сочетается с популярными слоистыми стрижками. Технология выполнения подстричь легкую челку не составит труда даже новичку в парикмахерском деле. Для начала надо определиться с желаемой моделью. Задумываются о длине, формате срезов. Далее, действуют по следующей технологии, выделяют прядь над лбом, которая станет челочкой. Для легкой модели отчесывают тонкий слой волос. Рекомендуется захватить локоны, выполняя горизонтальный пробор строго над лбом. Делают срез нужного формата. Можно состричь волосы прямой, диагональной или фигурной линией. Обычный срез дополняют филировкой. Густую челку прореживают сильно тонкую, слегка. Контур можно оформить зубчиками, боковые пряди плавно соединить с границей стрижки в формате лесенка. Легкую челку в структуре слоистой прически допустимо сымитировать. Для этого прядь из верхнего более короткого контура зачесывают на лоб или по бокам от него. Волосы создают впечатление присутствия челки. Видео, как сделать легкую челку, как у кореянок. Подходящие стрижки прямая тонкая челочка стандартной длины по брови отлично сочетается с удлиненным каре. Более длинные вариации гармонируют с прямыми или слоисто оформленными длинными волосами. Элемент скошенного формата чаще вводят в структуру каскада. Прическа с легкой челкой не обязательно содержит распущенные волосы. Интересно смотрятся нетугие конструкции на макушке или затылке. Рекомендуется дополнительно выпустить пряди по бокам. Этот прием создаст модную небрежность образа. В структуре короткой стрижки легкую челку обычно не используют. Прореженно воспринимаются пряди, которые текстурировали в рваной манере. Способы укладки: легкая челка не требует специальной укладки. В большинстве случаев пряди оставляют в естественном виде. Челочка небрежно спускается на глаза. Дополнительно пряди можно разделить пальцами, зафиксировать с помощью средств стайлинга. Элемент скошенного формата укладывают вместе с основной формой стрижки. Для этого используют фен-круглую щетку. Прямую челку можно дополнительно вытянуть. Текстурированную модель рекомендуется обязательно разделить на прядки. Тонкую длинную челочку часто делят пополам. Пряди разводят по сторонам. Вариант удачно гармонирует с собранными волосами. По бокам вместе с массой челочки также оставляют свободными более длинные прядки из основной структуры стрижки. Плюсы и минусы легкая челка – яркий пример разнообразия прически в современной манере. Вариант прост в исполнении, уходе. Модель реально сымитировать, быстро отрастить. Элемент позволяет менять стрижки, укладки. Эти параметры относят к преимуществам вариации. Тонкая чулочка идет не каждому. Ошибочно подобранные параметры дают риск создания нелепого вида. Элемент чаще делают длинным, что отрицательно сказывается на удобстве модели. Это отрицательные стороны вариаций. Звездные примеры: легкая челка выступает распространенной моделью оформления передних прядей. Вариант часто используют звезды. С длинной прямой челочкой указанного формата замечены Кендалл Дженнер, Риана, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Джессика Альба, Кира Найтли, Ким Кардашьян. Кендалл Дженнер и Риана, Джессика Альба и Кира Найтли косую вариацию носили Ума Турман, Кэмерон Диас, Кейт Мосс. Ума Турман и Кэмерон Диас – легкая челочка – решение для тех, кто стремится к разнообразию образа в современной манере. Модель проста, практична, не нуждается в частой коррекции, повышенном ежедневном внимании. Челочка станет настоящим спасением для ленивых, чрезмерно занятых дам. Любую прическу украсит модное и стильное окрашивание, градиент на волосах, пиксельное окрашивание. Шатуш, техника Baby Light Assale, солнечный поцелуй, омбре, колорирование, полезное видео, общее описание. Легкой называют челку, которая зрительно не утяжеляет прическу. Элемент допустимо выполнять, используя тонкую прядь волос. Можно делать обильное прореживание густой челочки филировочными ножницами. Легкое оформление передних прядей чаще применяют для создания длинных моделей. Короткие челочки в прореженном виде смотрятся глупо.
Вариант подходит как для обладательниц густой, так и тонкой, редкой шевелюры. Облегченная челка не пользуется массовой популярностью, но не причисляется к устаревшим моделям. Вариант использует, сохраняя стильный, современный облик. История появления классической челкой называют густую модель. Легкий вариант появился недавно. Прореживание стало способом облегчения структуры, разнообразия внешности. Элемент такого формата идеально гармонирует со стрижками, имеющими ступенчатый контур. Именно такие прически удерживаются на вершинах популярности в последние два десятилетия. Облегченную челочку часто называют тонкой. Еще для обозначения используется термин «бахрома». Все названия отражают сущность внешнего вида элемента. Кому подходит легкая челка, станет хорошим решением для обладательниц тонких волос. Пряди у лица разнообразят внешность, не скрадывая общий объем стрижки. Элемент лучше делать длинным, градуированным. Обладательницы густых волос с помощью приема прореживания передних прядей добьются впечатления облегчения стрижки. Образ получится более кокетливым, воздушным. Вариант зрительно омолодит внешность. Рекомендуем прочесть, можно ли узнать заранее, как лучше с челкой или без, мнения стилистов. На легкую челку рекомендуется обратить внимание женщинам с треугольным типом лица. Редкие удлиненные пряди сгладят острые углы, сделают резкие черты более мягкими. Обладательницам круглого или квадратного личика тоже не надо отказываться от этой модели. В этом случае рекомендуется выбрать скошенный, асимметричный вариант. Легкая челочка больше подходит молодым особам. Она поможет создать романтичный, невесомый образ милой феи. При этом жестких требований по стилю одежды нет. Рекомендуется предпочитать женственные вещи. Это могут быть розовый спортивный костюм, маленькое черное платье или джинсы с белой майкой. Отказаться от облегченной челочки надо женщинам с крупным лбом, широким носом, массивными скулами. Вариант противопоказан обладателям жирных, чрезмерно сухих волос. Хорошо подумать о целесообразности стрижки подобной модели челочки надо и дамам с кудряшками. Разновидности модели легкая челка, как и большинство других моделей этого элемента, бывает длинной, короткой, фигурной. Вариант чаще делает равномерно увеличенной протяженности или с удлиненным и боковыми прядями. Короткие челочки не пользуются популярностью. Прореженные пряди небольшой длины придают стрижке незавершенный вид. Легкая челка также может выполняться прямой или косой. Последний вариант встречается чаще. Скошенный формат прядей удобнее. Модель легче сочетается с популярными слоистыми стрижками. Технология выполнения подстричь легкую челку не составит труда даже новичку в парикмахерском деле. Для начала надо определиться с желаемой моделью. Задумываются о длине, формате срезов. Далее, действуют по следующей технологии, выделяют прядь над лбом, которая станет челочкой. Для легкой модели отчесывают тонкий слой волос. Рекомендуется захватить локоны, выполняя горизонтальный пробор строго над лбом. Делают срез нужного формата. Можно состричь волосы прямой, диагональной или фигурной линией. Обычный срез дополняют филировкой. Густую челку прореживают сильно тонкую, слегка. Контур можно оформить зубчиками, боковые пряди плавно соединить с границей стрижки в формате лисенка. Легкую челку в структуре слоистой прически допустимо сымитировать. Для этого прядь из верхнего более короткого контура зачесывают на лоб или по бокам от него. Волосы создают впечатление присутствия челки. Видео, как сделать легкую челку, как у кореянок. Подходящие стрижки прямая тонкая челочка стандартной длины по брови отлично сочетается с удлиненным каре. Более длинные вариации гармонируют с прямыми или слоисто оформленными длинными волосами. Элемент скошенного формата чаще вводят в структуру каскада. Прическа с легкой челкой не обязательно содержит распущенные волосы. Интересно смотрятся нетугие конструкции на макушке или затылке. Рекомендуется дополнительно выпустить пряди по бокам. Этот прием создаст модную небрежность образа. В структуре короткой стрижки легкую челку обычно не используют. Прореженно воспринимаются пряди, которые текстурировали в рваной манере. Способы укладки: легкая челка не требует специальной укладки. В большинстве случаев пряди оставляют в естественном виде. Челочка небрежно спускается на глаза. Дополнительно пряди можно разделить пальцами, зафиксировать с помощью средств стайлинга. Элемент скошенного формата укладывают вместе с основной формой стрижки. Для этого используют фен и круглую щетку.
Прямую челку можно дополнительно вытянуть. Текстурированную модель рекомендуется обязательно разделить на прядки. Тонкую длинную челочку часто делят пополам. Пряди разводят по сторонам. Вариант удачно гармонирует с собранными волосами. По бокам вместе с массой челочки также оставляют свободными более длинные прядки из основной структуры стрижки. Плюсы и минусы легкая челка – яркий пример разнообразия прически в современной манере. Вариант прост в исполнении – уходе. Модель реально сымитировать, быстро отрастить. Элемент позволяет менять стрижки, укладки. Эти параметры относят к преимуществам вариации. Тонкая чулочка идет не каждому. Ошибочно подобранные параметры дают риск создания нелепого вида. Элемент чаще делая длинным, что отрицательно сказывается на удобстве модели. Это отрицательные стороны вариаций. Звездные примеры легкая чулка выступает распространенной моделью оформления передних прядей. Вариант часто используют звезды. С длинной прямой челочкой указанного формата замечены Кендалл Дженнер, Риана, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Джессика Альба, Кира Найтли, Ким Кардашьян. Кендалл Дженнер и Риана, Джессика Альба и Кира Найтли косую вариацию носили Ума Турман, Кэмерон Диаз, Кейт Мосс. Ума Турман и Кэмерон Диаз легкая челочка – решение для тех, кто стремится к разнообразию образа в современной манере. Модель проста, практична, не нуждается в частой коррекции повышенном ежедневном внимании. Челочка станет настоящим спасением для ленивых, чрезмерно занятых дам. Любую прическу украсит модное и стильное окрашивание градиент, на волосах пиксельное окрашивание. Шатуш, техника Baby Light Asseli, солнечный поцелуй, омбре, колорирование, полезное видео, решетка. Стрижка длинной челки самостоятельно.